Латвиец пытался незаконно вывести из Украины военные комплектующие. Пограничники львовского отряда и сотрудники таможни пресекли незаконную транспортировку предметов военного назначения села территории Украины. Злоумышленником оказался гражданин Латвии. Об этом сообщает РБК «Украина» со ссылкой на прислужбу к ПСУ. Как отмечает орган, в результате проверки автомобиля «Фольксваген» В багажном отделении пограничники обнаружили более 600 предметов военного назначения. Среди найденного: ударно-спусковые механизмы к самозарядному карабину Симонова, рукоятка к штык-ножам, сумки для гранат, шлемы. Гражданин Латвии со своей стороны отметил, что приобрел комплектующие военного назначения в Украине, поскольку увлекается исторической реконструкцией. Отметим, что в соответствии с АСТ 263 Уголовного кодекса Украины злоумышленнику грозит лишение свободы сроком до 7 лет.